Профилактический проект «Здоровый город» в микрорайоне Ковалева плотно укрепился как традиция. И все потому, что он направлен на информированность граждан по вопросам здоровья. Он носит мотивационный характер и всегда оставляет положительный эффект. За 4 года существования проекта десятки брещан получили ответы на интересующие вопросы, ознакомились с новинками в сфере медицины, пересмотрели свои взгляды на питание и активную деятельность. «Здоровый город» нынешнего образца не стал исключением. Отличительной чертой мероприятия стал лишь акцент на категорию подростков. Здоровье школьников – вот то, чему организаторы уделили большое внимание. В рамках этой акции мы организовали 4 блока. Это сердце залог, здоровое сердце залог успеха, также мой выбор жить с позитивом, ну и правильная осанка залог здоровья. Значит, в рамках этих мероприятий пройдут психологические тренинги, будет организован просмотр фильмов по профилактике различных зависимостей с обсуждением этих фильмов, а также будет организована лекция по правильной осанке, по профилактике сколиоза. В рамках профилактического мероприятия подростки имели возможность получить консультации широкого круга специалистов. В помощь врач-кардиолог, травматолог, невролог, ортопед. К услугам подростков немалый перечень процедур. Кардиограмма, изменение глазного давления, индекса массы тела, уровня глюкозы в крови, УЗИ щитовидной железы. По итогам обследований школьники по необходимости направлялись в Брестскую областную детскую больницу. Почему сделан акцент на детей? Ну, наверное, потому что я не ошибусь, что дети – наше будущее. Конечно, какое здоровье мы закладываем с детства, такими они придут и взрослыми людьми. Основной акцент сегодня сделан – это на формировании у детей позитивного отношения к жизни, помочь им справиться с трудными жизненными ситуациями, подсказать, как наладить взаимоотношения в семье с одноклассниками, с родителями. Поэтому я надеюсь, что все эти проекты, акции дадут свой результат. Особенно мы надеемся, что на территории области в сравнении с прошлым годом у нас улучшится ситуация по заболеваемости среди детей и подростков, по снижению суицидальной активности среди них. Результатом широкомасштабных информационно-образовательных консультативных мероприятий, таких как «Здоровый город», являются показатели. В рамках реализации профилактического проекта в микрорайоне Ковалева за прошлый год существенно повысилась доля тех, кто ведет здоровый образ жизни. Снизилась почти на 2% распространенность среди населения вредных привычек – табакокурения и алкогольной зависимости. Уменьшилось количество рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, травматизма, ожирения и других. Успех дела дает все предпосылки для дальнейшего развития проекта. В том, что деятельность в этом направлении будет продолжаться, сомнений нет никаких.